Это бэкстейдж? Здравствуйте. Так мы же уже попрощались. Так давайте снова поздороваемся. Все, полетели. Что надо делать-то? Камера. Камера есть. Начали. Мотел кассира, парни помог. Стоит немало всяких приемов. Новый год. Все мечты исполнит. Че, мне тапки надевать? Я сам построил для нас замок из тумана. Не ем. Не ем. Винегрет. Винегрет. Ну а я не ем винегрет. Так у нас есть французский багет. Александр идет на сцену. Главный эффект появился. Я как Джастин Тимберлейк. И опять бутылкой. Все, вообще шик. Last Christmas I gave you my heart, but the wedding next day you give it away. This year they save me from tears. I give it to someone special. Здесь будет банка воска, она открывается, и оттуда Дани Круг вылезает. А может другого, чтобы не Круг вылезал? Круг, ну ты тупой! Круг! Я смог. Арчи, дай-ка пойду поснимаю. Как снимать? Могу раздеться полностью. А ну-ка, Леша, скажи пару слов нашим дорогим подписчикам и поклонникам болельщикам. Да, пару слов нашим болельщикам. Эрманус, пару слов туда-сюда. Хорошо. Все хорошо. Давай пожелай болельщикам. Хорошего дня. Хорошего дня. Какой дня на Новый год? Коваленко, это не Красивич. Некрасивич Коваленко. Мальчик, а чего у тебя на носу? Неправильно, Новый год. Посмотрел в камеру, бросил, сел. Надел, как бы, и улыбаюсь в камеру. Ты видел, как я этот? Чувак, как собачка в машине. Вот это вот, которая. Папа Ноэль? Папа Ноэль. Эй, плюрик, по-армянски. Плюрик. Плюрик. Или дюдюлик. Ну. Дюдюлик. Ну. Для этого будешь Дедом Морозом. Серьезно? Да. Какой загадку хочешь? Два гвоздя упали в воду, фамилия грузина. Если отгадаешь, я тебе 5000 дам. А? Гвоздидзе. Заржавели, почти. Рядом. Мы были рядом. Не будь как мы, будь лучше. Ну как он, точнее, не будь. А чё, как я-то? Будь как я. Все девчонки будут твои. Это не снимай, Марик.
сидите на этом, на стульчике, на таком, и в лунке рыбачите. Вот. И один вылавливает треску, второй мяч из лунки. Нет. Будь могучим, как Сергей. Чистый. Чистый! Чистый же. А, он схавал! Ну, с чем вас вылечу? Товарищи, выпьем? Ставьте водку в холодильник, нам исполнился полтинник. Подождите, стоп, игра. Чего? Говорите, куда говорю я? Неважно, насколько безумны ваши желания. В Новый год они обязательно сбудутся. Если вы в них верите и болеете за них всем сердцем. С Новым годом! Ура!